Детская неподдельная радость от правильного ответа на сложный вопрос. Азарт бьет ключом, когда со своими друзьями можно обыграть соперников в интеллектуальной игре. Старшие отряды лагеря «Волжский Артек» выявляют, чьи экологические знания лучше. Для них подготовили не просто викторину, а еще и с элементами настольной игры. Вопросы разной сложности дают разное количество передвижений по игровому полю. Главная задача – быстрее других провести свой корабль от истока Волги до Каспийского моря, отвечая на вопросы о любимой реке. Мы соединили элементы викторины с вопросами, с элементами настольной игры. И, по сути, ребятам надо будет не только ответить на вопросы, но и, так скажем, обогнать соперников, передвигаясь по такой виртуальной карте Волги, посещая города, посещая различные ключевые точки. Вопросы касаются и обитателей реки, и природных зон, сквозь которые она протекает, и, конечно, городов, которые расположились на берегу Волги. Желтый кораблик у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть доехал аж до Углича. Среди команд самый юный шестой отряд. Сначала они внутри коллектива выявили лучших эрудитов, а затем начали долгую подготовку к соревнованиям. Вопросы были достаточно сложные. Ребята очень долго сидели над заданиями. Мы, естественно, пытались им помочь и как-то воодушевить, чтобы им было интересно, чтобы они закончили и, конечно, что-нибудь заработали, потому что все-таки ребята старались, чтобы все это было не зря. Это принесло свои плоды. Ребята заняли третье место в экологической викторине, уступив лишь командам третьего и четвертого отрядов. За успешное выступление эрудитам начисляются баллы для общей таблицы интеллектуального фестиваля, в программу которого, кроме экологической викторины, входят широко известные игры «Что, где, когда» и «Брейн Ринг», а также интеллектуально-развлекательная игра «Сто к одному». Большой турнир по интеллектуальному многоборью, в который входят занимательные задачи на общую эрудицию, память и неординарные знания, включает в игру всех ребят, отдыхающих в лагере. А здесь самые неожиданные, самые необычные и заковыристые вопросы говорят детям о том, что классно, я это знаю, потому что вот это я услышал в школе на уроке, и теперь я это применил и победил. За счет этого создается такой эффект, который дает толчок именно в школьном образовании. Вот так из лета они возвращаются с интересом к новым знаниям. Мероприятие проходит в рамках программы «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы, способствующая развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной политики на территории Самары. Уже традиционно в пятый раз ребята, приехавшие на летний отдых, могут не только хорошо провести время, но и посоревноваться в своих знаниях, смекалке и находчивости. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.